вместе мы с ним делаем бит. Странный человек, он просто тоже русский локал, тоже под наркотиками, не обращайте внимания. Это абсолютно нормально. Каждый, кто находится на ГОА, под наркотиками. Но вернемся к нашей теме. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Крошкин, я хотел бы рассказать вам о том месте, где я нахожусь. Сейчас я нахожусь на маркете, это очень интересное место, из людей, очень оживленное место, огромное количество людей из разных стран мира. Я хотел бы немного рассказать им более подробно об этом месте. Здесь собираются люди, предоставляются различные продукты, вы можете посмотреть, продукция здесь бывает различных направлений. Но самое интересное, что интересует меня на маркете, я хотел бы узнать, как же живут в этой системе русские локальные наркоманы, которые приезжают сюда и начинают жить всю свою сознательную жизнь. А я попробую раскопать более подробно, для этого мне нужно арендовать небольшое помещение, точнее не помещение, а площадь, и разместиться точно так же, как все русские. Hi, can you tell some words in camera about Russian? Russian very nice, very good. Russian people who selling his stuff because of this TV show about how Russian making business in another countries. You can tell true story, don't worry. Yeah, my friend, many Russian come here, they make good business, they sell dresses, they sell many things here. They make a good business in Goa. So Russian work good, yes? Yeah, Russian work very good. They make good money. Thank you. Спасибо. Bye. Вы слышали, как относитесь к русским и некоторые местные жители. Я попробую все-таки открыть все карты и показать вам, что же происходит на самом деле. Следим за событиями. Внимательно. Сейчас я для того, чтобы убедиться в достоверности своей информации, спрошу местного жителя, что он думает на тему местных локальных жителей. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, местные русские жители постоянно употребляют наркотики? How do you think? His market is wonderful and people, a lot of people from the world, they coming to... Yes, one more time. Please, repeat. The market is very wonderful and a lot of... yes, one of I said yes. Yeah, it's okay. I mean, a lot of people coming around the world to buying and all artificial things here. Also, this guy, gentleman also here to buying in my shop as well as to buy something. Yeah, thank you. I always laughing because very nice day. Yeah, exactly. Every night. Have a good day. Thank you. В попытках найти доказательства я обошел весь маркет, но все индусы в одно горло говорят, что все в порядке, все хорошие и никто ничего не знает. Наконец я нашел человека, который готов сказать правду об этой ситуации, которая происходит здесь, но все закрывают на это глаза. Смотрим. Сейчас я подойду к одному из них и спрошу правду. Спрошу так, чтобы он ответил мне правду. Excuse me. Tell me the truth about it's this. True! Yes, you hear that this is true! Tell me true! I know it!